И все-таки, Владимир Николаевич, но почему он оставляет тела у водоемов? Убивает в других местах, а потом привозит. Вы меня вообще слышите или нет? Я же сказал, что я не хочу обсуждать это дело в эфире. Почему? Слишком много слухов, что в городе орудует маньяк, который убивает женщин. Замужних женщин. Давайте сменим тему. Но, Владимир Николаевич, чтобы успокоить людей, нужно дать им правдивую информацию. Все, что я считал возможным рассказать по этому делу, я уже рассказал. Точка. Либо мы меняем тему, либо я ухожу. Понял. Итак, напомню, что у нас в студии начальник управления Следственного комитета по Озерской области, полковник Митрофанов Владимир Николаевич. Выключи. Мы вернемся после выпуска на... На дорогу смотри, маньяк. Так, а что это мы в городе не заправились, а? Да не парься, до заправки доедем. Да? Да. А если мы заглохнем? Что, толкать будем? Машенька. Да. У меня все под контролем. А вот так? А, так не совсем. Молодец. И все-таки я не понимаю, почему нельзя было заправиться в городе? Там был плохой бензин. На предыдущей заправке тоже? Да, там тоже. Там везде было €5. Mm. Просто в городе дороже, так? Я просто не понимаю, тебе что, так принципиально эти 1,5-2 рубля за литр? А, ну да, если за целый бак, то это получается целых 100 или даже 120 рублей. Маша, перестань, я прошу Да тебе тебя. Самому! Не противно! Как можно быть таким крохобором? Да не на всех деньги с неба падают! Ну ты и скотина. Извини, я не это хотел сказать. А что Извини. Ты хотел сказать? Ты что, ты хотел сказать, что я просто всю жизнь мечтала, чтобы мои родители погибли в авиакатастрофе или что? Нет, я не это хотел сказать. Ты отлично понимаешь, что я хотел сказать. Все, хватит! Успокойся, пожалуйста! Успокойся! Пойду вызову на такси. Да, хочу вызвать такси. Северное шоссе, 5-й километр. Да. Ну все, через 15 минут будет машина. Это что? Кто эта баба? И почему ты оплачиваешь ее счета?